2,5 века назад и началась история этого величайшего музея мира. Его коллекции бесценны, его залы и фонды хранят шедевры тысячелетий. Их собирали с интересом и щедростью русских монархов. Добывали в авантюрах и рискованных сделках, торговались на аукционах, находили при раскопках древних курганов, где каждая вещь уникальна. Так прирастали сокровища нации. Было получено.